Я думаю, что это ни в коем случае не является альтернативой, потому что власти постоянно свой финансовый пресс все сильнее, так сказать, его опускают на головы граждан. Это связано не с тем, что ищутся какие-то новые маршруты, новые дороги, это связано с тем, что угасает российская экономика. Поэтому фактически растут налоги, поэтому фактически растет плата за жилье, придумали какие-то платы за ремонт дома. Да, человеку, которому там 80 лет, вот, он должен думать о том, что будет через 20 лет и платить за ремонт своего дома, который он выстроил 25 раз, уже его оплатив всеми своими налогами, поборами и так далее. Вот, в этом же контексте появление платных дорог. То есть это может быть тогда, когда создана разветвленная сеть автомобильных дорог, когда они функционируют, и мы ищем новые рычаги для улучшения. А когда у нас нет нормальной сети автомобильных дорог по стране, когда страна не газифицирована, не расходы на новые дороги мизерны, вот, но вводить еще и платные налоги, это как бы загонять болезнь вглубь. Вот что это такое.